Всех приветствую! Меня зовут Виктория Хаски. И в этом видеоуроке вы познакомитесь с теорией и практикой в борьбе с отеками. Отеки – это скопление жидкости в межклеточной ткани и в полостях организма. Отеки не являются причиной, а являются следствием. Отеки, связанные с здоровьем, вы проверяете у терапевта. Он направляет вас к специалисту, вы сдаете анализы и выявляете причину. К примеру, это могут быть сердечные отеки, почечные, аллергические или отеки при беременности. А также отеки могут быть вызваны физическими нагрузками или нарушениями при отсутствии физических нагрузок. Также частой причиной отеков является длительное ношение неудобной обуви или неподходящей по размеру одежды, долговременная работа на ногах, 24/7, ношение каблуков, отеки, связанные с физическими нагрузками или их отсутствием. Это лимфатические отеки и задержка жидкости в мышечных волокнах. Долговременное наличие отека нарушает работу сустава, влияет на их подвижность, на растяжимость тканей, на ухудшение эластичности сосудов и нарушение кровотока. Отеки при физических нагрузках возникают в следующих ситуациях. Если вы тренированный человек или даже любитель, отек возникает после того, как вы даете непривычную физическую нагрузку на свое тело. Как правило, он держится в течение максимум 3-4 дней. Вам нужно просто снизить ваши тренировочные нагрузки, и отеки, с которыми вы регулярно сталкиваетесь, сами собой пройдут. Еще одна причина, которая также относится к тренировочному режиму или его отсутствию, это нарушение режима сна. Если у вас недостаточное количество сна, то вы также столкнетесь с наличием отеков и нарушением питьевого режима. Если вы активно тренируетесь и пьете при этом недостаточное количество жидкости, отеков вам не избежать. Еще отеки могут быть связаны с тем, что вы ведете, наоборот, малоподвижный образ жизни, и у вас нарушена циркуляция лимфатического тока. Это является следствием того, что у вас слабые мышцы диафрагмы. Диафрагма – это такая мышца, которая разделяет наш грудной отдел и брюшную полость. Она отвечает за то, как циркулирует активно наш лимфатический ток по всему телу. И при слабости этой мышцы лимфатический ток циркулирует недостаточно активно. Если вы не натренируете эту область вашей мышцы, соответственно, вы не справитесь в борьбе с отеками. Как итог, я рекомендую вам комплексный подход. В комплексный подход первое входит. Это посещение массажиста или спортивного массажиста. Регулярные физические нагрузки без перерывов, но и при этом не переусердствуя. Вы должны стараться грамотно комбинировать режимы тренировочных дней и режимы восстановления. К восстановлению также будет относиться и самомассаж, то есть тот массаж, который вы можете делать самостоятельно. Также вы обязаны наладить режим сна, питьевой режим, исключить соленые напитки и сахарные напитки, сбалансировать свое питание по белкам, жирам и углеводам, при этом исключить жареную, соленую и слишком сладкую рафинированную пищу. Также я рекомендую обратить внимание на компрессионное белье для тренировок, на тейпирование. Оно эффективно помогает избавиться от отеков, в том числе и между тренировками, и ускорить ваше восстановление. Еще один интересный факт. Вы можете попробовать ввести в свой образ жизни на постоянной основе привычку контрастного душа. Контрастный душ делается по утрам до завтрака, сразу после пробуждения. Контрастный душ – это крутая и очень эффективная методика, которую вы можете научиться выполнять каждое утро. Лично я училась ее выполнять по рекомендациям Уима Хофа «Ледяной человек». Коротко я его опишу. Для начала вы привыкаете к очень горячей воде и используете все свое тело, кроме самой головы. И постепенно снижаете температуру до холодной воды. Таким образом, вы адаптируетесь к низким температурам, затем вы уже можете резко менять воду с очень холодной, полностью выключив горячий кран, до очень горячей, полностью выключив холодный кран. Такая методика отлично помогает не только в борьбе с отеками, но также и адаптировать ваш организм к стрессу. Итак, давайте подведем итог теоретической части. Если причины отеков являются проблемы со здоровьем, вы отправляетесь к терапевту, вам врач назначает анализы, вы выявляете эти причины и избавляетесь от отеков. Но если они связаны с нарушением тока
лимфы, или с кровообращением, или это мышечные отеки вследствие тренировок, то здесь вы уже можете повлиять. И если через неделю вы не заметите результата, то обращайтесь к терапевту. Так, давайте приступим к практике. Первое упражнение, которое я хочу вам показать, это дыхательная практика, направленная на тренировку вашей диафрагмы. Такая тренировка позволит вам укрепить мышцы диафрагмы и тем самым стимулировать хороший ток лимфы. Что еще вы должны знать про лимфатическую систему? Она является замкнутой системой, никак не проявляется нигде у нас на коже. И также ток лимфы обусловлен тем, что он движется от периферии к центру, то есть от конечностей, и собирается вот здесь, по центру. Давайте приступим к дыхательной практике. Дышим мы через нос, делаем вдох, через рот делаем выдох. Задача превратиться в арбуз или в беременного человека, даже если вы мужчина. Давайте пробовать. Когда вдыхаете через нос, вы стараетесь набрать воздух в живот. Смотрим. А выдыхая, вы убираете воздух через рот, его выпускаете и прижимаете мышцы живота к позвоночнику. Еще раз. Желательно делать в 3-4 счета, достаточно медленно. Если вы впервые подобное практикуете и до этого никогда не тренировались, желательно начать его выполнять в положении лежа. Ноги вы сгибаете, стопы на полу, и делаете в положении лежа, руки положив на живот. Также вы можете делать в положении сидя на стуле или в положении стоя. Все три положения достаточно безопасны, зависят от удобства. На самом деле удобнее всего делать лежа. Сложнее будет делать стоя. Давайте перейдем к следующему движению, которое будет направлено на гимнастику для ваших стоп. Итак, после пробуждения, после принятия контрастного душа, вы переходите к дыханию, после этого к гимнастике стоп. Смотрите внимательно на то, как я переношу свой вес тела с пятки на пальцы, и при этом, когда я переношу вес тела на пятки, смотрите внимательно, я напрягаю переднюю поверхность бедра и пресс. Когда я переношу вес тела на пальцы, я напрягаю икроножные и ягодичные мышцы. Ловлю при этом баланс. Здесь отлично работают большие мышечные группы и мышцы-стабилизаторы. Выполняем 15 повторений. Помогаем себе руками ловить баланс. Стараемся на пальцах прям зафиксироваться и постоять буквально одну секунду. Все эти упражнения нужно выполнять или в носках, или босиком, ни в коем случае не в кроссовках. Вы почувствуете, как у вас уже отлично работают мышцы голени и мышцы стопы. Вы спросите, зачем это нужно и как это влияет на отеки. Но опять-таки мы можем повлиять на движение лимфатического тока, проработка диафрагмы и мышц стабилизаторов живота. И также частая причина ваших отеков – это перенапряжение мышц. Когда вы не тренируетесь, ну, то есть не бегаете, не занимаетесь йогой или пилатесом, но долгое время пребываете в каком-либо неудобном положении, сидячем положении на работе, или если вы носите неудобную обувь, или работаете 24/7 на ногах, отлично выполнили, то ваши мышцы не подготовлены к нагрузкам, в том числе, когда наступает время гололеда, или просто вы бегаете по одному делу до другого дела на своих ногах, они у вас переутомляются. Возможно, для вас это не очевидно, но более 10 тысяч шагов в день, если вы выполняете, то все равно ваши ноги тренируются. Но, как правило, они тренируются неравномерно и нагружаются большие мышечные группы. Тренируя мышцы-стабилизаторы в районе голени и в районе бедер и в районе мышц кора, вы тем самым позволяете вашему организму функционировать более оптимально в вашей повседневной, то есть бытовой деятельности. Переходим теперь выше и работаем с мышцами-стабилизаторами спины и живота. Мы будем выполнять с вами наклоны на одной ноге, в том числе у вас будут работать стабилизаторы бедер и стабилизаторы голени и стопы.
Делать это упражнение обязательно босиком или в носках. Еще лучше, если у вас получится, выполнять его на песке. Это будет идеальный вариант, или на грунте. В данном случае вы выполняете в квартире или можете выполнить даже на работе. Итак, поехали. Я делаю наклоны на одной ноге, на левой, на правой, поочередно. Какое положение я принимаю? Моя стопа смотрит вперед, колено смотрит в сторону пальцев стопы. Колено при этом чуть-чуть подсогнуто, так пружинит, вот так немножко. То есть не выпрямлено, а чуть-чуть подсогнуто. Наклон будет происходить у меня вот здесь, в тазу. То есть, оп, я сгибаюсь. При этом, смотрите, так как наклон на одной ноге, другая нога чуть согнута, и она не касается пола. Она будет идти вверх, а верх корпуса тела будет идти вниз. То есть сейчас моя правая нога уходит вверх, а корпус тела уходит вниз. Я касаюсь пола и возвращаюсь в исходное положение. Посмотрели, да? Ваша задача будет выполнить наклон, взгляд в пол, пальцами рук коснуться пола, нога при этом противоположная, стопа смотрит вверх, ваш взгляд вниз. Выполняем в таком варианте 15 повторений. А между движениями вы можете коснуться другой ногой пола для стабилизации. Следующее упражнение направлено на укрепление мышц-стабилизаторов верха тела и также укрепление мышц, которые держат вашу голову в вертикальном положении. К чему это? Когда ваши мышцы в этой зоне будут достаточно сильные для того, чтобы удерживать ваш верхний плечевой пояс в правильном анатомическом положении, соответственно, они не будут испытывать лишнее перенапряжение, когда одни мышцы не работают, а другие мышцы берут на себя сильно много нагрузки. И, как следствие, вы будете меньше сталкиваться с отеками или вообще избавитесь от них, если на регулярной основе начнете выполнять довольно простую гимнастику. Для этого вам нужно принять такое положение: ноги чуть шире плеч, колени подсогнуты, немного положение полуприседа, сделать наклон, спина при этом у вас ровная, постарайтесь ее не сутулить, а ровно держать, живот тоже подтяните, вдохните. Руки, плечи опустите вниз. Теперь ваша задача будет работать руками в плечах, и вы почувствуете спину. Руки уводим, ладони смотрят в потолок, уводим назад, на вдох, на выдох вверх. На вдох уводим назад и на выдох вверх. Взгляд в пол. Еще два раза. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Также вы можете попробовать делать это же самое упражнение, но наоборот, выполняя выдох, когда вы уводите руки назад, а вдох, когда руки уводите вперед. И при этом ваша поясница работает в статике, пока вы находитесь в наклоне под углом примерно 30-45 градусов относительно пола. В этом положении с прямой спиной ваша поясница работает мышцы-стабилизаторы, и в том числе маленькие мышечные волокна, которые проходят вдоль позвоночника, работают как стабилизаторы. Руки помогают вам тренировать мышечные группы, которые удерживают ваш плечевой пояс в то время, когда вы вертикально ходите или сидите за рабочим столом. Следующее упражнение можно выполнять как лежа на полу, также его можно выполнять в упоре руками на ваши бедра. Точно так же небольшой подсед делаете, смотрите, вот так. Руки упираются в бедра, или вы можете лежа. Если вы будете выполнять это лежа, то просто ложитесь на живот и руками упираетесь в пол. Все, и ваше лицо будет над полом, вот в таком положении. Я сделаю это, получается, более сложный вариант. Смотрим и повторяем за мной. Ваша голова опускается вниз, расслабляйте ее и опускаете голову вниз, вот так. Затем за счет усилий поднимаете только голову. Оп, как черепаха.
Голову вниз, только голову не вперед, а вниз. Вверх. Вниз. Опустили, расслабили. Вверх. Вниз. Вверх. Что касается дыхания, то здесь вы можете вдыхать, когда голову опускаете. Выдыхаете, когда поднимаете вверх. Напомню, что вы можете делать лежа. Все то же самое, только руками упираетесь в пол на предплечьях. Здесь я упираюсь руками в ноги. В пол вы упираетесь в предплечья и работаете головой. Вы спросите, зачем выполнять это упражнение? Точно так же для укрепления мышц, которые находятся сзади и поддерживают вашу шею. Когда это нужно выполнять? Желательно на регулярной основе. Вы можете сделать себе фотографию в профиль и посмотреть, в каком положении находится ваше ухо относительно вашего плеча. Смотрите, как это будет выглядеть. Вы встаете, ваше типичное положение, когда вы ходите или сидите за рабочим столом, и отмечаете точками. Вот здесь, где вы можете нащупать край своей ключицы, вот тут, и ваше ухо. Если они находятся на одном уровне, и можно соединить прямой линией, значит, у вас все в порядке. Мышцы в балансе и спереди, и сзади. Если же наоборот, у вас голова сильно выдает вперед, вот так, значит, вам нужно укреплять вашу спину и в том числе мышцы шеи. Это может быть одной из причин, почему вы утром сталкиваетесь с отеками на вашем лице. И постепенно, выполняя комплексные упражнения, плюсом, если вы будете еще посещать массажиста и делать такую гимнастику в течение буквально первой недели, вы полностью избавитесь от проблем с отеками. Для следующих упражнений вам потребуется простой предмет. Я специально взяла самый обычный мячик, который может подойти для самомассажа и который можно купить практически везде. Это теннисный мяч. Он достаточно мягкий и поможет вам сделать самомассаж для стоп и для голени. Почему я делаю акцент на этих зонах? Мы регулярно передвигаемся на ногах, в том числе не все регулярно делают зарядку или тренируются, в том числе бегают, а просто передвигаются и чаще всего еще и в неудобной обуви. Работа с теннисным мячом плюс гимнастика и комплексный подход позволит вам расслабить мышцы стоп и мышцы голени, которые, скорее всего, у вас сильно заспазмированы и сильно ваши мышцы перенапряжены. И такая работа с мячом, называемая самомассажем, позволит вам расслабить ноги после тяжелого трудового дня и утром проснуться с ощущением легкости. Работаем с мячом, опускаем его на пол. Ваша задача – стопа упирается в мяч, всем весом тела вы надавливаете на этот мяч, то есть переносите вес тела, в данный момент я переношу вес тела на свою правую ногу и прокатываю. Смотрите, от начала стопы ближе к пятке, от начала стопы ближе к пятке. Стараюсь прокатывать всю зону стопы такими плавными движениями спереди-назад, при этом старайтесь вес тела перенести на рабочую ногу. Мяч довольно мягкий. И если вы даже на теннисном мяче почувствуете сильную боль, такую, что прям, ох, как неприятно, то теннисный мяч, ну, это самый мягкий вариант, который позволит вам расслабить мышцы и при этом довольно терпимые болевые ощущения испытывать. Если же вам, ну, не сильно больно, и вы готовы уже перейти к более жестким мячам для самомассажа, то вы можете купить каучуковый мяч или заказать специальный мяч для МФР, миофасциальный релиз. Такие мячи вы можете встретить в специализированных магазинах или заказать с интернета. Но теннисный мяч – это прям такой must have. Каждую стопу раскатываем в течение 1 минуты. Одного раза на каждую стопу будет вполне достаточно. Такими продавливающими движениями спереди-назад. Вес тела переношу на всю стопу. Работаем. В течение 1 минуты катаю каждую ногу. Когда вы чувствуете болевые ощущения, делайте медленный выдох.
И постепенно вы почувствуете удовлетворительное расслабление и легкость. По крайней мере, так должно быть. Если у вас сильно забиты стопы, то такое движение вам потребуется делать и утром, и вечером, желательно каждый день. И если вы сделаете это своей регулярной практикой, то ваши ножки скажут вам спасибо, и вы избавитесь от отеков. Следующее упражнение мы будем делать в положении сидя на полу. Опускаемся вниз. Я сажусь на ягодицы. Мяч располагаем в начале голени, вот здесь, не на самом ахилловом сухожилии, а чуть выше. Затем будет по центру голени и еще чуть выше на пару сантиметров. Вот так располагаю мяч. Вес моей ноги позволяет мне прочувствовать уже мои мышцы, которые, скорее всего, у вас забиты, если вы ходите в плоской обуви или в обуви на каблуках. Значит, что вы выполняете? Вот так расположили мяч, видите? И после этого, когда достаточно вы уже чувствуете такой легкий дискомфорт, ну, мышечную боль, когда вам массажист разминает, примерно такая должна быть, вы работаете стопой. Пальцы стопы направляете на себя и от себя. Это очень важно, уловить этот момент. Когда вы направляете пальцы стопы на себя, тогда ваши мышцы вот здесь вот растягиваются, от себя расслабляются. И таким образом вы работаете, то есть вы стимулируете, расслабляете триггерные зоны, которые находятся в вашей голени. На себя, от себя, на себя, от себя. Выполняйте так примерно 10 повторений. Если вам достаточно легко, то вы можете усложнить себе задачу. Для этого нужно будет одну ногу вот так аккуратно положить на другую. Тогда больше вес будет направлен в одну зону, где находится мяч, и, соответственно, вы сильнее будете ее стимулировать и разминать. Но если вы и так чувствуете достаточный дискомфорт, то делать этого не нужно. Вот так аккуратно на себя, от себя, может быть вполне себе неприятно, но вам стоит потерпеть и поработать, особенно для женщин, которые регулярно передвигаются на каблуках, или в том числе для людей, которые бегают, но при этом не уделяют должное внимание растяжке. Затем вы перемещаете мяч чуть выше, на несколько сантиметров, прямо по центру, и повторяем: на себя, от себя, на себя, от себя. Делаем примерно 10 повторений, не торопимся. Достаточно медленно, и вес вашей голени должен хорошо прорабатывать все три зоны на каждой ноге. Будет достаточно одного подхода. Если вы все сделаете качественно, не торопясь, то вы отлично проработаете зажимы в ваших мышцах, и тем самым, если будете это выполнять не только утром, но и вечером, к примеру, после рабочего дня, и после этого использовать бальзамы расслабляющие, соблюдать питьевой режим, соблюдать режим питания, выполнять утром контрастный душ, то ваши ноги будут чувствовать себя замечательно. Уже буквально через несколько дней вы почувствуете заметную разницу. Я переместила мяч чуть выше на пару сантиметров, да, вы можете увидеть. И также делаю 10 повторений. Стопу выполняю на себя, от себя, и работаю. В то время, пока вы делаете релиз, то есть вот так расслабляете свои мышцы, вы можете включить какой-нибудь подкаст. Слушать что-то полезное и делать полезное. Давайте перейдем к второй ноге. Смотрим. Опять-таки по центру, вот здесь, да? Сейчас я вам покажу, как более такой усложненный вариант. Видно мяч? Это одна нога на другую, вот так. И точно так же вы выполняете, делаете 10 повторений стопа на себя на каждой зоне, то есть всего 30. Отлично. Давайте переместим мяч теперь повыше, на середине. Главное условие – мяч должен быть именно не на сухожилии ахилловом, не сильно низко, а именно где мышца. Вы это почувствуете.
Если вы разместите его на сухожилие, то он там будет соскальзывать, и вам будет неудобно и не сильно дискомфортно. А тогда, когда мяч находится правильно там, где мышцы, и там, где те самые триггерные зоны, то есть зоны, где мышцы сильно зажаты, таким образом, стимулируя и расслабляя их, вы позволяете всем мышцам своих голеней, то есть и икроножные, и камбаловидные, расслабиться и прийти в их должное оптимальное состояние. Пальцы от себя на себя. И опять повыше передвигаем мяч. Три зоны, не поленитесь, проработайте каждую из них. Вот так. Подойдет теннисный мяч, каучуковый мяч. Можете купить каучуковый мяч в зоомагазине. Теннисный мяч в любом магазине, в том числе и в спортивном. Достаточно простое приобретение. Делаете также 10 повторений. На себя, вот себя. Отлично. Еще раз. И еще одно повторение. Все, 30. Поднимаемся. Сейчас вам нужно будет растянуть переднюю поверхность голени. Очень простое упражнение. Вы вот таким образом на внешнюю часть своих пальчиков упираетесь и направляете свод стопы вперед. Вот так. Весом тела надавливаете. И именно свод стопы, вот эту зону, вы направляете вперед и растягиваете. Вы держите в таком положении ногу 30 секунд, это оптимальное время. Выдыхаете и расслабляетесь. Можно выполнять одно повторение, но если вы чувствуете, что у вас сильно зажатые мышцы, то, конечно, лучше выполнить два повторения. Вот так, направляя свод стопы вперед, на внешнюю часть стопы упор. И 30 секунд нахожусь в таком положении. Растягиваю. Эти парочку незамысловатых упражнений позволят вам в комплексе гимнастики улучшить кровоток и избежать отеков после длительного и утомительного рабочего дня на ногах. Друзья, спасибо, что вы выполняли вместе со мной гимнастику, которая позволит вам справиться с отеками. Эти тренировки вы можете выполнять каждый день, в том числе вы можете выполнять их как утром, так и вечером. Делать вы их можете в один или два подхода, так как вам удобно, на регулярной основе. Если вы видите результаты уже в первую неделю, не останавливайтесь, продолжайте и поддерживайте активный образ жизни. Желаю вам успехов и удачной борьбы с отеками.